Привет, это очередной видеоурок по футболу. Сегодня у нас будет немножко необычное задание. У нас до этого были технические с мячом, сегодня у нас будет немножко физические. Потому что как и технические, и физические, они должны быть взаимосвязаны. Поэтому сейчас первое задание, что мы делаем, это у нас приседания. Делаем 10 приседаний, 3 подхода. То есть всего 30 приседаний. Делали 10, отдохнули 2-3 минуты, потом снова 10. Смотрим технически правильное приседание. Я показываю пару раз, вы внимательно смотрите, а потом повторяйте. Вот руки на поясе, ноги на ширине плеч, туловище ровно. И приседаем. Раз, два. Еще раз показываю. Раз, два. Второе силовое упражнение – это отжимание. Точно так же делаем 10 отжиманий, 3 подхода. Только после 10 отжиманий можно отдохнуть немножко дольше, потому что это немножко сложнее. Смотрим технически правильные отжимания. Голова смотрит вперед, а не вниз. И отжимаемся. Туловище все ровно опускается. Еще раз. Раз, два. Пробуем. И последнее наше упражнение на сегодняшнем занятии – это пресс. Смотрим и повторяем. Ноги у нас вот на полу, руки за голову и поехали. Раз, два, раз, два. Делаем точно так же. 10 раз, 3 подхода. Тоже с перерывами после подхода. Все, всем спасибо за урок. Всем до свидания.